Так, теперь нас пойдем. Нет, мы не проходим эту игру, мы просто, можно так сказать, тайм-керим. Мне сейчас ничего не делать уже, можно сказать, немного темнеет, и поэтому я хочу чего-то поиграть. Так вот, просто тайм-кир, и вот я решил поиграть в Little Inferno. Я его проходить не буду, я уже прошел ее давно, вчера. Но, опять по тайм-кирим. Ну, например, давайте заморозим кофе. Эта игрушка очень прикольная, ну, не то, что прикольная, это тайм-кир, вот так называется. Так, заморозим кофе, и ударим его. Ну и супер. Ой, крепкая. Ну, и тут в этой игре что мы должны делать? Мы должны тупо жить все подряд. Это, в принципе, все. Но можно немного поразыграться и, например, поделать, например, ну, что хотите, вы тут можете делать. Давайте, чтобы взорвать эту штуку. И, короче, игра, ну, красивая, прикольная. А мы просто попадаем киллером. Это, конечно, скучная игра. Все, мне нравятся такие игры, такие прикольные. Скучные, купание, бла-бла-бла. То можете просто выключить видео. Я ничего не говорю. Вы хотите что-то сделать? Так, значит, еще мы попадаем в эту штуку. Покапаем на огонь. Так, у нас уже что-то привезли. Зефир. Давай, зефир. Как? Раздражает, это крикнуло, конечно. Так, ложкой размешаем все. Тут цепочков мы забиваем, и получить на деньги. Забыл это сказать. Так, сделаем. Ложку, плюс эту штуку, плюс суши. Суши. И плюс экстерминатор. Той. Давайте пока. Ну, сейчас давайте немного подождем. Ну, промотайте, и я сейчас я включу запись пока. Так, эта штука загрузила, то у него погрузим. Белочек. Это ёма. И слушай, нет, тут действительно не воем. Итак, что же у нас здесь очень активно, там можно зажечь все. Давай. Ладно, давайте пока. Что делать, мы зажжем. Экстерминатор. Как это красиво выглядит. А теперь прыгай сам. Прыгай в огонь. Ты его создал, ты будешь прыгать. Собираем денежки. Ну, пинки, можно сказать. Ну, прыгать, в принципе, можно сделать ничего. Мне игрушка понравилась, в принципе. Нравится, да. Игрушку пьем. Ну, прыгать, в принципе, можно, короче. Так, это у нас тут есть. Давай, толпу. Давай, сюда. Давай, пират, сюда, пират. Все, жги. Налево и направо. Ну, короче, игра по графике, она очень даже прикольная. Ну, вы видите сами. Если нравится, типа, тайм-хиллер, то можно просто выйти из этого видео. Ничего не говорю. Если вы хотите писать, то вы смотрите. Если нет, то пожалуйста. Я вам не мешаю. Как пластика разная. Просто добрый. Ну, пока вот сегодня огонь. Гонёк. Ну так быстренько поиграем. Потом уже скоро я пойду спать. И завтра будет новый обзор модов. Написано. Если ничего не помешает сделать обзор, то это будет завтра. Никогда. Смотрите, я хочу показать эту штуку. Ее можно не жать, можно с ней поиграть, может так сказать. Все, у нас больше нет вот этот дебил, он умер. Но он очень прикольные звуки издает. Дебир, когда он живой, когда умер, ничего не сделает. И этот имейл позовем на честь, чтобы не мешал. Все.
Ну, а давайте все сжарим вот вместе взять. Мясо все сжарим. Тостер сюда. Свет. Это, кстати, штука может уйти, если мы будем играть, чтобы она делала нам эти взрывы. Вау! Ну, короче, видите, как игра. Может, в принципе, наверное, сейчас закончить, но нет, еще поиграть. Сейчас хочу удавать, что иначе. Это закончить будет очень легко. Игра по физике даже прикольная. Идем. Я посажал. Сюда, туда-сюда. Скоро будет какая-нибудь доставочка. Так, у нас магнит. Штуку. Теперь очистка от всего плохого. Во-первых, у нас магнит, да? Идем вот так, бьем, и все. Прям сделано для чести, тут прикольно магнит. И поэтому не словно. Пожарим. Скажем, и все. Ну так, теперь вот это у нас пачка с таблетками, да? Ой. И мы ее можем найти что? Можем вот так пить. И из нее выпадают таблетки. И эти таблетки, они, когда они взрываются, они оставляют сердечки. Прикольно. А теперь вагон. Вагон, мой друг, вагон. А давай же. А тут несчастный экран. Я один увидел, наверное, тут. Ну, не разные яйца. Давай, взорвись. Вау. Ну, короче, игра прикольная. По замке есть, а так. Ну, хотя, в принципе, нормальная игрушка. На этом штуке я уже обойти в ВР. И, собственно, так как я не знаю, ну, что же там было. Так, шоу, ну, я выберу, например, вот это. Нет, мой. Что еще можно выбрать? Что еще? Магические машины. Грибы, точнее. Буху. Что это последнее? И пчела. Давай, там надо хорошо. Пойдем. Он потерял одну руку. Просто с крюком и... Битбой. Поставь все дело. Но... Чем больше огня, тем будет лучше в этой атмосфере. Глубоко сюда. Пчела. Сюда. Это что-то все меньше, но все равно. Сука, блядь, чего же? О, сколько огня. Огонь. Только еще игра может показать танки. Ну, поиграть тут еще можно, повторюсь, его вам. Даже не добавить. Очень прикольно, если просто какую-то конструкцию. И скажете тебе друзьям. Они обалдеют. Будут завидовать. Уже конструкцию. Тут не важно. Такая пальца вижу. Еще немножечко поиграем. Я пойду спать. Ну да, я пойду спать. А завтра уже будет намного зимой. Видео я планирую делать сегодня, если я уже два. Ты видео уже? Ну это почти третий. Окей, я понял. А мы пока ждем. Жди все в этом мире. Точнее, вижу все в этом мире. Все, нету больше наступило. И телефончик у нас. Вернулся. Все, готово. Все, мы весь огонь убрали. Так, немного подождать. Давай. English. Core wrap. English bike. Seal. English bike, yes, что такое? Yes, English bike. Так, теперь следующий тест. Дедушка, точнее. Из него выпадают алмазы.
ну, так, ну, можно сказать, всякие изумруды разноцветные, где бы, сжигаешь. О, ну, эти три мутные алмазы, видишь, изумруды. Вау, блин. О, давай, скорее. Вот. Вот, буквально. Мышки прикольные. Жгись. Короче, если надоем, вы можете уже выключить это видео. Ну, еще поиграем. Ну, давайте еще один стоп. Сделаем куда-нибудь. Пойдем. Я выключу записи, ну, то есть вообще не закончу. Я выключу записи, когда все закончу. Ну, наш ланьки. Так, мы продолжаем. 4, 3, 2, 1, 0. Выпускаем этого девочка. И что у нас с самого начала жом? Мы затем эту штуку жом. Жом, точнее. И... О, нет, снег. И все, теперь все у нас сделано из снега. Ну, точнее, все соединило. И мы можем теперь разбивать. Ну, вдруг вы не хотите развивать, вдруг вы хотите, чтобы она ожила, например. Ладно, жить этот, ну, так говоря, шар, он замороженный, он разобьется, если мы его сильно ударим. Мы делаем, подходим к нему с огнём и жарим. Вот и все, он теперь уже не зажаренный, и он нормальный, он теперь не будет убиваться. Но... Тихо. И теперь мы, ну, мы можем хочет спасать, так говоря. Это нормально теперь. А ты что, меня смотришь, хочешь спасения? Хочешь спасения. Ну ладно, все. Вот такая у нас была игрушка. А это конец серии, ребята. Поздравляю, что быстрее, прям быстрее. Таньки, можно сказать, продолжим. Ладно, всем за просмотр, с вами был Спанчбоб. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Спанчбоб, всем пока. Кстати, это теперь будет такой, ну, так сказать, ну, поезд танки. Ну, так, будем вас поиграем немножечко, и все, больше не будем играть. Это может быть такой танкер и что-то типа того. Ну, поиграю сейчас чуточку, все. Играть больше в этой игре не будем. Если скачу еще будет, ну ладно, это все. А сегодня вот такой, когда вам такой танкир, может вам понравилось, может нет, я не знаю, но всем. Спасибо, с вами был Спанчбоб, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.